Это клон Фуджи под названием Фуджи-ко. На 2 ноября 2002 года имеет вот такую окраску. Сплошной румянец с сизым таким налетом по всему плоду. Фуджи-ко. Сейчас мы посмотрим другой клон. Нагафу 12. Имеет немного другой, более темный румянец. С таким же восковым сизым налетом. А рядом ветка имеет краску совсем других плодов. Хотя это одно дерево. Вот так отбираются клоны. Интересно. Совсем вот два плода на одном дереве и все разные. Это типичный Нагафу 12, а это совсем другой. Интересно. Так, это у нас тоже Нагафу 12. Похож. И еще один клон под названием Фубракс. Здесь более яркий румянец, сплошной румянец по всему плоду. Вот такие клоны Фуджи.